Всем привет, вы на канале My Best Planet. Давно не было видео, и я на пару деньков выбрался с дачи. Месяц назад мы заселили муравьев в формикарии от фирмы My Best Planet. Муравьев-жнецов. Они переселились за несколько минут и в непонятном порядке расположились. Прошел месяц, на арене появилась пробирка и небольшая кучка мусора. Муравьи вышли на арену и активно ползают, и вот выставили вот таких вот муравьев-разведчиков, которые постоянно патрулируют местность в поисках еды или чего-то еще. Конечно же, муравьев прибавилось за это время, и их стало гораздо больше. Появились солдаты. Как вы видите, мусорка не очень-то и большая. Я ее ни разу не убирал. Очень странно, почему она такого размера. Я думал, она будет больше. Но, видимо, муравьи экономные и не выбрасывают все подряд. И вот, формикарь. Это главная комната, где находится матка и яйца. Сейчас вы видите довольно молодую, а также старую куколку солдата. Ее распаковывают муравьи для того, чтобы этот солдат ожил и смог также участвовать в работе. Скорее всего, это будет суперсолдат. Матка тоже активна и постоянно перемещается по гипсовой части формикария. В этой же комнате находится маленькая столовая. Далее перемещаемся ниже. Это самая большая столовая из всех, которые у них есть. Там они разгрызают семена, и постоянно там находится какое-то количество семян. Например, сейчас эта белая штучка, это и есть очищенное семечко. А немного выше одно семечко мака. Мои рабочие определяют семена, не проросли ли они. Если они проросли или покрылись плесенью, муравьи сразу же выносят их на помойку или на мусорку, для того, чтобы не загрязняться формикарь. Муравьи, у каждого муравья есть своя обязанность. Некоторые отдыхают, а некоторые трудятся, следят за расплодом и так далее. Многие муравьи, рабочие особи, постоянно не сидят без дела. Они носятся, перетаскивают расплод и семена. Вот, например, солдат. Стоит, умывается. Также это склад семян. Здесь есть разные семена. Здесь ясли. Это такое место, где выводятся муравьи. Там находятся личинки и куколки. Муравьи постоянно переворачивают их и следят за ними. Смотрите, один муравей схватил куколку и потащил ее в каком-то неизвестном направлении. Он ее занес на гипс и продолжал нести. Очень было интересно, куда он ее тащит. В итоге он притащил ее в маленькую камеру. Там находился один рабочий. Солдат предложил ему куколку, но рабочий отказался, и солдат ушел. Куколка осталась лежать на том месте, и муравьи стали потихоньку думать, что с ней сделать. Они поспешно носят яйца и личинки. Один муравей носит букет яиц. Смотрите, видите, он около матки. Проносит такой хороший пакет яиц и не знает, куда его положить. Матка очень плодоносящая и приносит много яиц. Из них постоянно выводятся личинки, соответственно, из них выводятся муравьи. К сожалению, вроде бы несколько дней назад
я не закрыл крышку плотно после кормежки. И около 20 муравьев сумело сбежать. Они добрались из комнаты в кухню и преодолели достаточно хорошее расстояние. К сожалению, муравьев уменьшилось, но расплод, конечно же, не уменьшился. И это очень радует. Муравьи постоянно разгрызают семена, ведь нужна постоянная кормежка их личинок, чтобы они превращались в хороших рабочих и солдат. Гипс хорошо увлажнен, поэтому муравьям все очень нравится. В самой дальней камере живет матка. Там она откладывает яйца, из них выводятся личинки, а рабочие муравьи этих личинок перетаскивают в ясли. Там из них выводятся куколки, а затем и молодые рабочие, которые темнеют и занимают свое место в колонии. Здесь находится склад. Это такое место, такая камера, где находятся семена. У моих жнецов место, их две. Муравьи, так сказать, плодовщики, следят за этими семенами и постоянно их переворачивают, чтобы там все было хорошо, семена не портились. Если какое-то семечко испортилось, его поспешно выносят на помойку. Посмотрите, во второй камере со складом семена лежат очень аккуратно, в такой корточке. И муравьи постоянно находятся в этих камерах. Что ж, вот было такое видео про моих жнецов Миссор. Прошел месяц, и как вы можете посмотреть, колония хорошо развивается. Ну что ж, всем пока. Вы были на канале MyBestPlanet. Всем пока. Saying something stupid like I love you.